Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас снова видеть на нашем канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. Сегодня мы с вами спустились чуть южнее, а именно в Каба-Ройч. Каба-Ройч – это такое достаточно элитное поселение, которое у нас находится недалеко от Ривьехи, всего в 15 минутах езды, и славится своими шикарнейшими пляжами, красивейшей природой. И что же будем сегодня здесь смотреть? Смотреть будем апартаменты, которые имеют 65 квадратных метров, две спальни, один санузел и у нас красивые виды на бассейн и на нашу зону. Ну и, конечно же, давайте поговорим об инфраструктуре как самого района, так и урбанизации. Что касается нашего комплекса, то он имеет три бассейна, поэтому выбор у вас всегда будет шикарнейший. И, конечно же, на территории самого комплекса есть очень много парковочных мест. И что касается инфраструктуры самого района, то у нас недалеко от нашего, именно от нашего объекта расположился супермаркет, очень много есть спортивных зон, вот эти замечательные пляжи Каба-Ройч у нас всего в 7 минутах ходьбы от нашего объекта. И, конечно же, также вы можете добраться, если захотите, до Ривьехи, это 15 минут езды, до большого крупного, например, как это называется, шопинг-мола, тоже у нас всего 5 минут на машине, либо пешочком, если хотите прогуляться. Ну и школы, садики, это тоже у нас есть автобусная остановка прямо возле нашей урбанизации, на которой вы можете ваших детишек отвезти, и там каждый час забирает автобус школьный их и отвозит в школу. Ну, в принципе, я думаю, на этом мы закончим. Чуть подробнее попозже. А сейчас давайте начнем наш сегодняшний просмотр. У нас квартира, можно сказать, находится на первом этаже. Вот такой свой отдельный вход. Одни соседи также есть и наверху. И заходя, сразу отмечу, что у нас две входные двери. И прежде чем мы войдем в квартиру, у нас сразу здесь расположилась по левую сторону небольшая кладовочка, либо галерея тоже, можете ее и так называть, где находится стиральная машинка и нагревательный котел. Еще раз напомню, что сама квартира имеет 65 квадратных метров, и сразу при входе буквально небольшой коридор, даже не коридор, это совмещенное пространство, у нас кухня, соединенная с гостиной. Что касается гарнитура, гарнитур в отличном состоянии, есть посудомоечная машина, естественно, микроволновка, все это очень органично вписывается именно в кухонный гарнитур. И гарнитур тоже ничего менять не нужно абсолютно. Также у нас здесь удобство. Есть окошечко, которое выходит в нашу галерею, которую мы с вами уже смотрели. Окна везде в квартире. Испанские, именно алюминиевые, с двойным стеклопакетом. Также на кухне у нас расположился кондиционер. И проходя, хочется отметить, что у нас на полу лежит ламинат, и стены у нас везде в квартире гладкие, в отличном состоянии. Также хочу отметить, что вся мебель, которую вы видите, вся она остается, и мебель действительно симпатичная, есть и дополнительное пространство что-то сложить, спрятать, вот такие симпатичные большие часы. Ну и, конечно же, мягкая зона, это угловой диван, где вы можете, например, смотреть телевизор. Также из гостиной у нас есть выход на балкон, давайте его и посмотрим. Ну, конечно, наверное, первое, что хочется заметить, это приятные виды. Виды у нас, конечно, не на море, но, несмотря на это, у нас вид на бассейн, на нашу же урбанизацию, очень зеленое, вот это сочетание зелени и белых домиков. Конечно, виды приятные, особенно если у вас есть детишки, думаю, оцените, потому что можно прям за ними отсюда и следить, как они плескаются. Ну и, конечно же, балкон у нас застеклен, и это очень удобно сделано, так как у нас с вами посередине окна они движущиеся, а, например, можно вот так захотите проветривать. У нас сейчас, например, открыта входная дверь, и вот эти балконные окна, и, конечно, тут бриз прям
лето будет идеально, даже кондиционер не нужен будет. И еще что мне нравится, это вот эта мягкая зона, также здесь можно именно обедать, ужинать, и в принципе, я думаю, этого будет достаточно. Ну и сейчас давайте вернемся в гостиную, уже оттуда пройдем, посмотрим наши спальни. Ну и заходя в первую комнату, сразу отмечу, что имеет она 12 квадратных метров. Здесь, именно в этой комнате, кстати, по сравнению с гостиной с нашей, здесь стены не гладкие, они немножко с таким, не сильно пупырчатые, но немножечко. И сразу отмечу, высота потолков во всей квартире у нас 2,70. Состояние, конечно, именно стен, потолков, полов идеальное, ничего менять не нужно будет. Ну и по поводу самой комнаты. В комнате имеется свой встроенный шкаф и балкон, он совсем миниатюрный, чисто утром выпить чашечку кофе, выйти на него. Ну а сейчас я вам предлагаю пройти во вторую нашу спальню, а пока идем, покажу также ванную комнату, она у нас полноценная и имеет всю необходимую сантехнику. Эта спальня у нас, так же как и балкон, достаточно миниатюрная. Она имеет 6 квадратных метров, конечно, и в идеале подойдет именно как детская, потому что если вы рассматриваете для себя, для взрослого человека, то, наверное, максимум тут одна кровать поместится. Есть встроенный шкаф, который нужно будет одну часть закрыть, и также есть у нас свой кондиционер, это, конечно, большой плюс комнаты. Виды из окна выходят на нашу же урбанизацию, тоже очень приятные виды. Ну а сейчас давайте спустимся вниз, погуляем по нашей же урбанизации, там уже подведем итоги. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели. Еще раз напомню, это двухкомнатная квартира с двумя спальнями. На солнечную сторону она имеет, южную сторону, поэтому всегда вас будет греть солнышко. И при этом можете всегда открыть двери, балконы, у вас всегда будет легкий бриз, и даже, как я сказала, не нужно будет кондиционер. Ну и давайте перейдем, наверное, к самому интересному, а именно к стоимости объекта. Цена его 145 000, и сразу скажу, что у нас нет своего прикрепленного именно парковочного места, но парковок тут много, и парковок даже больше, чем самих квартир, поэтому никогда проблем не будет. Ну и урбанизация тоже большой плюс, я считаю, потому что она очень спокойная. Тут и 3 бассейна есть, вы всегда можете выбрать тот, где поменьше людей, очень много зеленых зон. Ну и до пляжа у нас всего 7 минут прогулочным шагом. Мы надеемся, что вам сегодняшнее предложение показалось интересным. Если вас заинтересовало, но обязательно пишите нам на WhatsApp либо в комментариях. Также вы всегда можете оставить вашу заявку на дом либо жилье вашей мечты, и мы обязательно что-то подберем именно под ваши параметры. Ну и, конечно же, не забывайте радовать нас лайками, писать нам приятные комментарии, и мы с вами увидимся очень скоро при просмотре следующей недвижимости. Всем отличного дня!